Всем привет! Это видеообзор лакомства для собак фирмы Трикси. Я его приобрела в магазине Шиншилка. Значит, это лакомство с говядиной в упаковке 12 штук, 12 мягких палочек. Значит, эти палочки состоят из мяса и мясных субпродуктов, зерна, масел, жиров и овощных белков. В том числе 7% говяжьего рубца. В упаковочке 120 грамм, клетчатки 3%, это отличный состав. Спросим Гаврюшу, Гаврюша уже ждет. Вот так, вот молодец. Спасибо вам за внимание.